Hare Krishna, Hare Krishna.
сейчас подождем что. Секунду.
Потом Говардхан, и потом Радхакунда. Радхакунда — самое святое место во всей Вселенной, во всех трех мирах. И также он говорит, что любой, кто принимает омовение в водах Радхакунды и Шьямакунды, получает любовь к Кришне. Радхакунда и Шьямакунда — это жидкая Кришна прямо. Поэтому не удивляйтесь, если завтра утром вы проснетесь и с великим экстазе будете воспевать святые имена Господа так громко, что весь дом просто будет, весь дом проснется, и вместе с вами будете воспевать. Тоже изменится. А утром позвонят в квартиру и скажут: слушай, а нет ли у тебя четок случайно? Так четко захотелось бы прям приобрести, я понял. Проснулся и понял, что мне хочется четки приобрести. Давайте. Артем, же можете пробу раздать? По три капли на голову. Ну, это можно вот так вот в бутылочке. Я сейчас вам покажу на вас. Пробочку так немножко прикрываем. Ой, Кришна. Да, так вот прижать немножко. И три капли шевелю. И хватит, подзакрутить еще можно. Да, можно подзакрутить. Пока можно насладиться. Пока вы ждете, чтобы Радхакунда к вам пришла, можно насладиться замечательными видами Шри Радхакунды. Давай насладимся. Вот. Это прошлой осенью сделаны фотографии, вот эти вот мои, по крайней мере. Мы были там с Праджамандалой Парикрамой. Это раннее утро, где-то 8 утра или 7 утра. Очень красиво. В Картик очень людный во Вриндаване, но всегда. Радхакунда всегда при этом вместе. Все, как пробую. Конечно, Мададжи. В первую очередь Мададжи. Просто Мададжи должна раздать, какой-нибудь Мададжи дайте. Все, никого не могу, все. Какая замечательная фотография. Это осенняя Радхакунда, скорее всего, я так подозреваю. Это в 1930-м, что ли, году. Они чистят Радхакунду, на дне Радхакунды, там как бы такая вот грязь, ну не грязь, как правильнее будет сказать, вот такая глина замечательная. Эта глина у нас тоже достанется сегодня одному отчаянному смельчаку или какой-нибудь матаджи замечательный. Вот. Они чистят Радхакунду, и там на в середине есть еще одна кунда. Она называется Канкана Кунда или Скрытая Кунда. Доступ к ней Вайшнавы получают раз в какое-то время, там раз не знаю сколько, 10 лет они чистят. Такое. Место. Замечательно.
тобто у нас підрозумівається кіртан на берегу Радхакунди. Пока інструмент у нас нету. В принципі, може так не буде. Каратал є? Є маленький. А если вы не гармонист, да? Сережа? Да, Сережа, у тебя есть гармошка, и сразу же будет у нас. Я могу на барабане чуть-чуть поиграть. На чем лучше? Краталов. Краталов я играю лучше, чем на барабане. Давайте тогда пока на карту. Так, Сережа приедет и... Ну, он, правда, меня просит играть на барабане. Да? Серьезно? Почему? Я ему некому больше. Краталов сыграю, вы не на барабане. Давайте, если есть кто-то, кто может каратану. Давайте барабан. В принципе, мы можем пока. Есть у нас еще одно дело, которое нужно сделать. Мы можем пока что ним заняться. Так. Сколько у нас человек? Прошу, всем хватает тогда. Пожалуйста, разбейтесь на пары. Ну, матаджи, пробу. У нас вы уже готовы, да? Держите. Выбирайте одну. Какую-то. Никому не говорите, что там у вас написано. Кто готов? Готовы? Да, ладно, втроем. Мы вам тогда две дадим, чем бумажку даже поставить. Кушайте. Пока не уберитесь, все останется. Кришна, вам все слышит? Так, вы с кем? Одну. Еще одну надо. Я две достал. Сейчас наша задача внимательно прочитать то, что там написано, и никому не говорить о том, что там написано. Важна это вас была? Так, а ты с кем? Это тот самый. Так, дальше. Нужно прочитать. Никому не говорить. Все? А, никому не говорить. Я тоже прочитаю, никому не скажу. Еще остались, да? Еще осталось. Еще много осталось. На пару по одной, да? На пару. Ну, можно по две. Кто хочет еще замечательную бумажку? Можно? Ну, баба, погоди. Мы еще не знаем, как у тебя актерские способности развиты. Посмотрим. Так ты первую сделаешь, а потом... Кто-то из матаджи. Осталось 4 бумажки. Нет, не 4. 5. Я понял, можно показывать. Осталось 4 бумажки. Что там у нас осталось? Вот просто нектарная осталось. Два варианта. Если ладно, я уберу. Можно поменяться. Два варианта надо. Поменяться можно? Я вам замечательный дам вариант. Так. Ну, тогда, может, мы и эти освоим. Вот в рабу очень хорошо будет. Автомобилистам. Есть автомобилисты, которые много машин водят? Много. И никогда не считают жапу за рулем. У кого комплектов еще нет? Да. Передайте, пожалуйста. Можете раздать комплект. Да, спасибо.
Так, что передать или не передать? Передайте вот матушек комплект. А кто не принимал омовение в рамках кунди, уж я могу здесь, из вновь пришедших. У вас, да? Вам 0,75 комплекта. Что, не хватило? Нет, мне 0,5. Это не надо. Давайте на время киртана забудем каких-то наших... Пока отложите все материалы, они вам пока не понадобятся. Давайте пока что забудем о наших ложных отождествлениях, что мы отождествляем себя с этими телами, что мы матерши, что мы прабу, что мы там, не знаю, какие-то у нас социальные роли есть, там мать, отец, сын, дочь, что у нас работа есть, завтра мы ее с утра надо идти. Так уж вышло. Давайте обо всем не будем думать, а целиком погрузимся в воспевание святых имен. Хорошо? Есть такая история об одном солдате, который выбрался из парашюта, он летел в небе. Это была Вторая мировая война, он был сам в Америке. Дело было в Рождество, как раз в канун, в сочельник, 25 декабря вечером. И вот он летел, представляете, он летит, качается под куполом парашюта, противовоздушные обороны стреляют, эти вот пушки, пули мимо него летят. То есть ситуация, которая требует максимального внимания, как бы казалось бы, концентрации. Но он в это время будет погружен в размышления о том, что эх, а как сейчас вот у меня в родном Чикаго Рождество празднуют. А там, наверное, они на стол гуся поставили, или индейку, кто-то кушал. А что подарят дядюшке Бобу, интересно? А что бы мне подарили? А как там мама? А как там папа? К сожалению, это с нами тоже иногда происходит. Вместо того, чтобы погружаться в ванну с колыбель, мы время чувственно думаем о чем-то. Но, на самом деле, то, куда мы погружаем свой ум, туда приходит энергия. Да? Единственный способ получить максимальное благо от санкиртана или от совместного воспевания санкиртана, это погрузить на полностью свой ум, свое сознание. Тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манодиштам. Стапитам Йена Бутале. Свая Yeah.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.